На Ивановском автовокзале прогремел взрыв. Самодельную бомбу преступники привели в действие дистанционно. Так, согласно легенде, в пятницу начались антитеррористические учения в Иванове. Затем в городе стартовала спецоперация по обнаружению террористов. Дальнейшее развитие событий – достойный сценарий к хорошему боевику. По сообщениям оперативных служб, на улице станкостроителей обстрелян наряд полиции. Стражи порядка пытались проверить документы у подозрительных лиц, за что чуть не поплатились жизнью. Кульминацией стал захват террористами рейсового автобуса с пассажирами. Но благодаря слаженной профессиональной работе спецслужб негодяев удалось задержать. Проведенным учениям дана положительная оценка. Сегодня в городе Иваново прошли масштабные антитеррористические учения, в которых приняло участие более 500 человек из силовых структур, Министерства обороны, экстренных служб города и исполнительных органов власти. Начальный этап проходил в районе автовокзала города Иваново. Заключительный этап учений по освобождению заложников из автобуса прошел в районе аэропорта.